ευλογητό ο Θεός Капсале, все подвиги старца Тихона соединились в одну сверхъестественную и равноангельную жизнь. В этой бесплотной жизни не оставалось места ни для пищи, ни для сна. Старец почти ничего не вкушал и вообще не спал. Она тело не хотела становиться ангелом, и поэтому требовалось постоянное состязание или подвиг. Прежде всего, старец вступил в борьбу со сном, ведь сон – это сильнейшее оружие тьмы. Это чудовищная сила. И старец заявил о своем сыновстве Богу. Борьба со сном – это столкновение двух воль, и нельзя допускать господства над тобой чужой воли ни в чем. Если ты подчиняешься ей, то это настоящее поражение. Послушник старца преподобный Паисий подвязывал веревки под руки, чтобы не заснуть. А старец использовал другие способы. Его кровать стояла из двух досок, наклоненных друг к другу под углом 45 градусов, составляя тем самым неудобное кресло, в котором невозможно было заснуть. А кроме этого, он дробил сон на маленькие части и так учился не спать. Здесь и пригодился маленький будильник, который старец заводил через каждые 15 минут. И старец вскакивал и читал молитву на исход души, вспоминая приближающуюся смерть, отчего очень быстро просыпался. А когда темная сила пыталась сломить его волю, особенно сильными чарами сна, то старец выходил во двор и целую ночь ходил вокруг кельи, читая Иисусову молитву. И чем сильнее нападал сон, тем быстрее старец ходил. Со сном – это заявление своего права на жизнь темной силе. Но чтобы заявить свое право на сыновство Господу, нужна была молитва. И старец всей душой предался молитве. «Ум должен как бы прилипать к Господу», – говорил старец, прижимая большой палец руки к стене, как будто это был не палец, а вбитый гвоздь. Старец Тихон непрерывно творил молитву и днем, и ночью. И даже ночью молитва его не прерывалась. И очень часто читал, и много читал святых отцов и Евангелия. А молился он именно шепотом, губами. Поэтому я и говорю, что постоянно видел его творящим молитву. Даже когда он спал, его уста шептали молитву. Я тогда был очень молодой, любопытный и хитрый. И я просто заглядывал в окно к старцу Тихону в келью. Мне было интересно посмотреть, что он там делает. Он видел меня, но ничего не говорил, только улыбался.
Старец Тихон видел себя совершенно грешным и всегда говорил об этом. Как бы напоминал сам себе. Иисус своей молитвой нужно молиться быстро и сильно, когда нападают вражеские помыслы. А когда ты приходишь в сосредоточение, то молиться нужно медленно и мягко. Десятки лет, проведенные старцем в молитве, научили его, что в молитве ничто формальное не имеет смысла. Молитва должна стать подлинной реакцией нашего существа на любое воздействие извне. Поэтому молитва является лишь выражением жизни милостивого и сострадающего сердца, а так что даже одного взгляда на кроткий и всепрощающий облик старца было достаточно, чтобы забыть о своем самолюбии. Полностью забыв себя, старец за все благодарил Бога. Его исповеданием веры были три слова: «Слава тебе, Боже!». И это он восклицал непрестанно, благодаря Господа и за хорошее, и за плохое. Так что старец ничего не имел, а все получил от Бога. Еще Тихон Русский говорил о том, что не нужно бояться адских мучений, потому что Христос есть весь любовь, весь милость. А я хочу обратить внимание, что именно русские святые много об этом говорили. Преподобный Силуан Афонский также говорил: «Любой, кто призовет имя Господне хоть раз в своей жизни, спасется». Такие вещи говорил, а ведь он святой. И он же говорил: «Держи ум свой в аде и не отчаивайся». А нужно умолить Бога, чтобы умереть в покаянии. Господь всегда может найти образ, как нас спасти. Это не просто слова, это великая тайна. Господь действительно безмерная милость и всегда может найти способ, как нас спасти. Даже для самоубийц в последний момент перед смертью мы не знаем, что происходит, когда человек погибает. Я пришел на Святую Гору в 70-х годах. Я уже не застал папу Тихона в живых. И тем не менее, я хорошо знал его. Ведь до этого я был игуменом одного монастыря в Халкиде. А митрополит Халкидский, наш правящий архиерей Николай, был духовным чадом папы Тихона. Он много рассказывал об этом великом старце. И как только папа Тихон представился в 68-м году, митрополит Николай написал замечательную книгу «Цветочек из сада Пресвятой Богородицы». И в том же году я эту книгу издал. Сейчас она, конечно, является библиографической редкостью. И я хочу сказать, что на Святой Горе не было человека, который мог бы отозваться о старце Тихоне плохо или сказать какое-то замечание. Все говорили одно – это был живой ангел. Вы знаете, когда канонизировали преподобного Силуана Афонского, многие монахи были против. И когда канонизировали преподобного Паисия Святогорца, многие афонцы выступили против этого. А о папе Тихоне никто не мог сказать ни одного плохого слова. Когда человек видел его благодатный облик, душа смирялась в прах. И это был действительно непорочный и святой человек. Один из послушников, видя шикарную белую бороду старца, подобно водопаду, нисходящую на грудь, сказал ему: «Геранда, какая красивая у тебя борода!» На что старец ответил с обезоруживающей улыбкой: «Это Бог дал, а я здесь ни при чем». Полное предание себя Богу и полное забвение себя. Поэтому старец не говорил проповеди, он учил самой своей святой жизнью. А ведь простота и смирение говорят лучше любых слов. А так что старец Тихон наставлял с закрытыми устами. А если старец Тихон решался что-то сказать на духовную пользу, то это было целое зрелище.
Старец садился на корни небольшой оливы рядом с вырытым для себя гробом и давал смиренное наставление. Тогда душа ученика уже не требовала слов, а сама принимала благодать от его душ. И все вопросы пропадали сами собой. Подобно влюбленному, старец гнался за высочайшим смирением, конца которому не было. Потому что, по словам Исаака Сирина, смирение – это одеяние божества. Преподобного Паисия старец заметил: каждое утро Бог благословляет мир одной рукой, а если видит смиренного, то благословляет его двумя руками. По-по-по! Смотрите, один смиренный человек имеет такое же достоинство, как и весь остальной мир. А несмиренные люди пойдут в ад, ведь я полон гордыми девственниками. Но как только я забываю свое «я», и только я говорю «помилуй меня, Боже», тот же Господь берет меня за руку и говорит: «Детка, иди ко мне в мой рай». Старец Тихон считал, что монах не должен много работать, а лучше всего час работать и час молиться. И так чередовать. Папа Тихон говорил мне: «Детка, сколько ты на послушание работаешь, столько ты должен и молиться. Если час поработал, тот час помолись». Но папа Тихон держался экономии. Он не имел в виду отмерять час. Он говорил это в святоотеческом духе: «Если можешь так делать, то сделай. А не можешь, то работай как можешь». Старец замечал: монах, который много работает, ничем не отличается от мирянина. Фараон, чтобы евреи забыли Бога, давал им много работы. Монах должен час работать, затем делать перерыв, и в Логитос Офиос, Кирий Лейсон совершить четку, а потом снова час работать, и опять перерыв, и опять и в Логитос Офиос. О послушании старец Тихон говорил, что если монах работает более часа в день, то он становится подобным мирянину. Но также у него есть и поучение, что монах должен сколько времени работать, столько же времени и молиться. То есть, если он час поработал, то он должен час помолиться. А согласовать два этих поучения можно таким образом. Для монаха в монастыре или на келье правильным будет именно час работать и час молиться, это подразумевал старец Тихон. Ну а если человек уходит на отшельничество для более сурового жития, то тогда его работа – это и есть молитва. И именно такой отшельник, если начинает много работать, то он уподобляется мирянам. Так что эти поучения не противоречат друг другу. Орел может приземлиться в курятнике, а потом улететь из него. Оно родится в курятнике и там научиться летать он не сможет, потому что для этого ему нужно все небо, как и любому монаху. Из всех желаний у старца Тихона оставалось лишь одно – еще раз побывать в Святой Земле и поклониться тем местам, по которым ступали стопы Христа. И вот одно русское судно направлялось в Иерусалим. Но денег у старца совершенно не было. Тогда он в простоте подошел к капитану и попросил его взять в Иерусалим. Удивленный капитан стал разговаривать со старцем, и узнав, насколько он удивительный человек, не только взял его в Иерусалим, но и дал ему денег. В Иерусалиме отец Тихон, как смиренный паломник, еще раз прошел теми местами, где ступали стопы Христа. Посещая монастыри и скиты, многие упрашивали отшельника остаться в Иерусалиме. Так что, наконец, старец Тихон стал сомневаться, есть ли воля Божия ему возвращаться на Афон. Он нашел одного известного отшельника в пустыне и обратился к нему за советом, вернуться ли ему в удел Божией Матери или остаться в Иерусалиме. Но лишь постучав в дверь отшельника, старец Тихон услышал: «Агионорус, Агионорус». А так он получил ответ, даже не заходя к старцу. И, получив благословение, отец Тихон вернулся
в сад Пресвятой Богородицы, цветочком из которого он сам и был. Епископ Родостолу рассказывал нам следующее. Он был пострижен в монахи в келье святых апостолов, Горбуза, мы называем ее так. Она расположена немного ниже монастыря Кутлумуш. В то время старцем кельи был отец Павел, известный духовник. А старец Тихон приходил к ним служить литургию. Как-то один раз старцу Тихону пришлось остаться ночевать в этой келье, и местные отцы с радостью приютили его на ночь. А молодой послушник Родостолу убирал кельи, и когда старец Тихон ушел, юноша вошел, чтобы келью убрать, и с удивлением обнаружил, что старец Тихон забыл на гвозде, вбитом в стену, нагрудный крест больших размеров, а больше похожий на вериги. Тихон русский носил его на груди. Молодой юноша очень заинтересовался этим крестом и из любопытства взял его рассмотреть. В центральной части креста, внутри него, оказался ковчег. Юноша подумал, ну, наверное, здесь мощи святых или, скорее всего, частичка честного животворящего креста. Он захотел приложиться к святыне. Открыв ковчег, юноша обнаружил там хлеб, промоченный вином. Это было святое тело Христово, запасные дары. Старец Тихон носил его в кресте, как дарохранительница. А юноша испугался, увидев это. Закрыв ковчежец, юноша отправился к отцу Ефимию, духовнику. Отец Ефимий жил в келье Истовромену. Когда юноша рассказал старцу об этом кресте, духовник ответил следующее. «Каноны для тебя и каноны для святого старца одни и те же. Человек Божий сам знает, что делает. Для нас, греков, это недопустимо. Но мы знаем, что русские иеромонахи могут носить с собой тело Христово. Для русских это возможно в их традиции. Но мы себе позволить этого не можем. В Элладской церкви считается, что это превосходящее человеческую меру. Я имею в виду, что это страшное дело носить с собой тело Христово. Для причащения больных мы, конечно, имеем специальные ковчежцы. Священник его берет с престола, идет, чтобы причастить человека, причем его сопровождает священносец зажженной свечой, и тут же он возвращает его на престол. А в Элладской церкви нет такого предания, что грешный человек может с собой какое-то время носить святые дары, страшные тайны Христовы. И на Святой Горе нет такого обычая. Для нас это исключено. Даже мирские священники вне Афона всегда имеют святые дары только на престоле и берут лишь на короткое время для причастия. То, что видели святые апостоли на горе Фавор, именно это и созерцал папа Тихон во время своих литургий. Поэтому его приглашали служить литургию в Кариес и исповедовать отцов. Дело в том, что в те времена, в 50-60-е годы, на Афоне совсем не было духовников, и в Корее папа Тихон остался единственным духовником. Так что ему приходилось исповедовать многих отцов из Кариеса, приходить в келье и служить здесь.
келье старца Тихона нельзя было найти ни одной удобной вещи, которой мог бы пользоваться человек. А все, что он хранил у себя, можно было найти в какой-нибудь канаве, выброшенном и забытом. А на любые тряпки отца Тихона люди считали величайшим благословением. А все старое, рваное и неуклюжее, что он носил на себе, отнюдь не казалось безобразным, так как украшалось внутренней красотой его души. С кофьей он шил себе сам, огромной мешочной иглой из кусочков рясы. Несмотря на это, они были прекраснее и распространяли большую благодать, чем алмазные митры владык. Однажды старца так и сфотографировали, как он был. В скуфье в виде мешочка и в пижаме, которую набросили ему на плечи, чтобы он не замерз. Смотрясь и сейчас на эту фотографию отца Тихона, думают, что он носил архиерейскую мантию. Хотя это всего-навсего старая, рваная, пестрая пижама. А по поводу запаха вот что хочу сказать. Старец Тихон всегда благоухал. Он никогда не мылся. Хотя лицо он умывал водою, но сам он, конечно, не обмывался. Свою рясу он стирал. Он ложил ее в тазик с водой и просто окунал несколько раз в воду, а потом сушил. Так что можно сказать, что он и мылся, и стирался. Хотя можно сказать, что он и не мылся, и не стирался. Но удивительно то, что он никогда не пах. Запаха от него не было. Сколько лет я его знал, он всегда благоухал. Я ведь был тогда молодой, и для меня это было удивительное чудо. Тихона Русского совершенно не волновали суетные вещи. Келья его была просто крохотной. В ней был один маленький столик, на котором стояли иконы, неугасимая лампада и кадильница. Рядом висела его схема и потертая ряса. А с другой стороны висело распятие. В углу лежали три доски, служившие ему кроватью, с рваным одеялом вместо матраса. А укрывался он стеганым одеялом с вылезающими наружу кусками ваты, которые делили с ним мыши, растаскивая вату, чтобы устилать себе норы. Сверху так называемой подушки лежала Евангелие и книга с беседами святителя Иоанна Златоуста. Пол его кельи, хотя и был дощатым, казался оштукатуренным, потому что его никогда не подметали. А пыль вместе с волосами головы и бороды, которые выпадали на протяжении многих лет, образовали настоящую штукатурку. А отец Тихон придавал значение не чистоте кельи, а очищению своей души. Поэтому и сподобился стать сосудом божественной благодати. Он постоянно омывал свою душу слезами и пользовался толстыми полотенцами, потому что обычного полотенца ему не хватало. Раньше около кельи креста была еще маленькая каливка, немного ниже, ближе к оврагу. А в ней-то как раз и жил, и подвязался несколько месяцев отец Милетий. А потом уже со временем пристроили там небольшую кухоньку и сарайчики. А когда жил там старец Тихон, его кухня была прямо перед самой входной дверью. Когда мы спускались по ступеням ко входу, слева от нас оказывалась большая цистерна с водой. И около этой цистерны была небольшая полочка из камня. На ней стояла кастрюлька отца Тихона и его чашка из консервной банки. Это место и считалось его кухней. Но зачем ему была кухня, если он ничего не ел? Он кушал всего лишь одну ложку в день. А в те времена, конечно, еще не было холодильников. Тогда русские монахи варили пищу себе каждый день, чтобы она не портилась. Ведь русские любят вареное. Но для того, чтобы сварить ложку супа, сколько нужно положить картошки? Маленький кусочек картошины. Однажды я пришел помогать собрать оливки отцу Тихону. И после того, как мы собрали целое ведро, он сказал: «Я тебя сейчас угощу». Он сорвал помидор, взял несколько оливок, и это стало нашим обедом. Я съел помидор, а старец Тихон
откусил маленький кусочек. Из монастыря очень редко ему приносили рыбу. Но это было только на празднике. Душа старца стала крайне чуткой, а тело стало совершенно бесчувственным. Он не обращал ни малейшего внимания ни на мух, ни на комаров, ни на вшей, которых у него были тысячи. Так что все тело старца было искусано, а одежда его покрыта красными пятнами. Казалось, что если бы насекомые даже шприцами сосали бы его кровь, то он все равно бы не придавал этому никакого значения. Так что в келье старца всем живым существам предоставлялась полная свобода. От насекомых до мышей. Однажды старца посетили монахи и увидели мышь, которая не боялась людей. Один брат сказал ему: «Геранда, хочешь, я принесу тебе кошку?» На что старец ответил: «Нет, детка, у меня есть кошка. Она в полтора раза больше обычной. Она живет глубоко внизу во враге. Она приходит ко мне, я ее кормлю, глажу, а затем она уходит в свою каливу. И там безмолвствует». И это была добрая соседка старца Лиса, которая приходила помогать ему и отлавливала мышей. А другой доброй соседкой у старца была дикая кабаниха, которая каждый год приходила во двор старца и выводила потомство возле его изгороди. Это было самое безопасное место на всей Святой Горе. А когда охотники настигали кабанов, прятавшихся во дворе у старца, то старец выходил к ним и говорил: «Дети мои, здесь нет больших свиней, уходите отсюда». Так что старец людям предлагал пищу духовную, зверей кормил пищей телесной, теми сухарями, которые у него были, а насекомых насыщал своей кровью. Два дня в неделю я обязательно посещал старца Тихона. И каждый раз, когда я уходил, он меня провожал, немножко выйдя за ворота кельи во двор. Тропа от его кельи сразу уходила круто в гору. И в тот день старец по обычаю проводил меня, а потом остановился и стал многократно благословлять на престольном крестом. И когда я поднялся к повороту, где видимость терялась, я еще раз оглянулся, старец непрерывно крестил меня. Стоило мне немного пройти и сделать еще один поворот, как я увидел охотника, который прицелился прямо в меня, и уже начал нажимать спусковой крючок. Дело в том, что леса Капсалы в то время были очень дикими, и там охотились охотники. Я должен был петь что-то, чтобы они слышали, что идет человек. Но я настолько расчувствовался от мудрых слов старца Тихона, от его любви, что совершенно забыл про пение. А звуки шагов, они похожи на кабана. Хрусь, хрусь, хрусь. Так что охотником чудом не выстрелил. Так что я пришел в монастырь счастливый и обрадованный, что спасся от смерти. Но потом пришлось даже идти в полицию и объясняться, кто это был. А это был один из дровосеков, которые тогда рубили деревья на Капсале. Такова была молитва старца. В тот вечер отец Афанасий, духовник монастыря Аверон, который был другом отца Тихона, сказал мне: «Иди и возжги лампаду Пресвятой Богородице». На следующее утро я побежал к старцу Тихону рассказать об этом случае. Но он все знал. С большим облегчением он перекрестился и сказал: «Слава тебе, Боже! Этот чудотворный крест хранится у меня сейчас на престоле, вместе с епитрахилией старца Тихона».